Однако, здравствуйте, у микрофона снова Лёха, и сегодня мы поиграем в Star Conflict и будем жарить Пуканидзе мяснику. Да, ладно, в атаку, мне дали помощь огнем, сперли у меня фраг, заразы. Это очень крутая игра, жалко, нельзя камеру еще чуть-чуть отдалить. Очень крутая, блин. Ща будет мясо! Где? О, что это? Моё. Начинается новая волна. А, во. Ого, нихера ж себе! В атаку, блядь! Так, как помечать противника? Ладно, насрать, будем так. В атаку, ёба народ! Это... Ой-ой-ой-ой-ой, опасные ребята ползут. Всех нахуй разворошу, блядь! Я ёбаный птеродактиль! А, это... Это ящичек. Надо его забрать. Где еще кто есть? Я не понимаю, я потерялся немного. Опа. Еще мясо подоспело. Хорошо. Вперед, бля. Скорость предельную уже просто развиваю. Ой-ой-ой, черепаха. Какой-то он продроченный весь. А, его сзади можно развалить, как нефиг. Хорошо. Разрываем подрывников. Так. Тебя тоже вы... Ой, бля, он меня подорвал чуть-чуть. Хера. Так, что происходит? Черепах, тебя нужно отхуярить. Что-то изи как-то. И подрывник. Все, всех вылез, всех, короче, красавец. А, вот еще мясо. Не мясо, а как бы железка. Консервные банки. Пробиваем. Он вообще изи... Ой-ой-ой. Какие-то радиоактивные облака он после себя оставляет. Ну, я же еще могу становиться невидимкой. Так, что у нас здесь? Блин, как же это все красиво. Не знаю, это пиздец. Это очень красиво. Так, что нужно делать? Что нужно делать? Что-то летит, шарики какие-то. Какие-то шарики. Так, ладно. Так, а, это командир. Вынесли командира, который пулялся какими-то шариками. Что дальше делать? Ребята! Блин! Так, куда идти? Вот, сюда идти. Бля, ракету выпустил. Опа! Опа! Хера себе транспорт. Ладно. Я пока сюда спрячусь. Оп. Не-не-не-не-не. Ёп, тормозит очень медленно. Ладно. Ладно, сейчас развернемся ровненько. Вот так вот. Вот так вот. Угу. Опа. Ничего себе. Ладно, хорошо. В атаку, ёб. Подрывники, они вообще бесполезные. Так, а вот эта херовина весьма опасная. Надо отойти, держать дистанцию буду. То мало ли чего. Эти ребятки очень опасные. Турелька. Сначала надо отхуярить турельку. Опа, опа, опа. Ребята, ребята, не надо. А, это подрывники, они же говно, они бесполезные вообще. О, перегрев, перегрев сейчас будет. Перегрев я не люблю. Хорошо, дальность пушек мне позволяет снимать турельки прямо отсюда. Они по мне не могут стрелять. Позволяет ведь? Ну да, позволяет. Он еще сам на меня едет. Так, четко. Ой-ой-ой-ой-ой, это было больно. Ух ты ж, ёб! Все, я пошел отсюда. Нужно спрятаться. Я вот сюда заныкаюсь. Хорошо. Так, как вниз спуститься? Вот вниз спуститься. Назад, тормози, тормози, тормози. Блин, как медленно он тормозит-то. Вообще останавливаться не хочет, отбитый. Так, оп, 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 оп. Тихо, тихо. Хуярим по турели. Так, двигатель один уничтожили просто в мясо, да? А я пока турель сломаю, потому что она в меня стреляет, блин. И вот эти ко мне летят. Ой-ой-ой, еще я еще врезался. Плохо, плохо, плохо. Так, ладно. Перегрев. Уходим. Уходим. Я Гагарин, блядь. Ну почти. Так, не в ту сторону. Не в ту сторону, ёпта. А, все что ли? Быстро, однако. Хорошо справились. Ну ладно. Так, нужно открыть вот это вот дерьмище. Фиолетовенькое. Шоце. Разобрать в лаборатории. Это стоит... Так, а что оно мне даст? А чё? Я вот не знаю, что бы выбрать. А продам, у меня этих кредитов мало. Мне даже на ремонт не хватает.
Я все равно не шарю, я играю как бы мало вот в эту игрушку. Все, пооткрывать по чуть-чуть. Все, поиск ценностей завершен. Такс. Опа, опа, опа. Купить премиум, нахуй премиум. Ища будет мясо. Ладно. Хорошо. Вот я в бою. Как оно стр... Опа. Это классная пушка. Так, что у нас здесь? Идем на точку С. Ой, а чё он такой медленный? Ладно. Непривычно после Фокса. Это что? Непонятно. Чё-то понаобновляли, понадобавляли. Ладно, идем на захват точечки. А, ее захватывают и без меня, да? Хорошо. Так, я могу становиться невидимым. Ай-яй-яй. Хрена себе! Одним-то выстрелом вынес мне щиты. Хрена себе. Хорошо. Активируем невидимку. Я аккуратненько подползу. Аккуратненько так. Хорошо. Сзади обойду их. Потому что нападать в лоб сразу на двоих это опасно как бы и тупо. Хорошо. Опа. Выносим, выносим. Я не могу попасть. Ракету еще в меня пустили. Ты стрелять будешь сегодня, нет? Алло. Алло. Он не стреляет, алло. Я... Стреляет. Ну все, мне пиздец, короче. Невидимку, невидимку включи. Невидимку включи, ну вон же перезарядился. Ой, ракета. Все, мэны пизда. Хаваюсь вжито. Он от меня не отстанет. Так, пуляй, пуляй, пуляй давай. Оп. Минус один. Потиху буду, потиху. Сейчас мало хп, вылазить особо не буду. Ну, ракету-то зачем я выпустил? Не хотел я ракету выпускать. Я аккуратненько отсюда выползу. Оп. Потихой буду его расколупывать. Чё-то он жесткий какой-то. Опа, 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 опасно, опасно. Это какой-то снайпер. Но его оружие мои щиты пробивает слабо, ладно. Маяк. А, где он? Да он же целенький. А, напал, напал, зараза. Давай, пуляю, пуляю. Вроде бы попало, вроде бы ничего не дали. Еще нужно подбить. Так, так. Опа. Помощь огнем. Хорошо. Потиху всех буду расколупывать. Что-то я затупил и засмотрелся на значок перегрева. Ладно. На маячок я... Ой-ой-ой, что происходит? Что происходит? На Б нужно лететь. Так, невидимочка. И поперли в атаку. Так, он жесткий, не жесткий, откуда мне знать? Но их там двое. Ой. Они меня реально не видят. Прикольно. Опа. Опа, все. Две ракеты и еще сам уебался. Ракеты, ракеты в меня не надо. Ракеты в меня, это нехорошо. Я не одобряю. Просто у меня свои как бы есть, не надо в меня пулять ракетами. Помогите, пожалуйста. Так, кто-нибудь, команда, не надо. Нет, 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 нет. Вот он пиздец какой медленный. Сейчас будем поджигать лазерами пуканы противников. Да, а, мы победили уже. Ну ладно, так тоже можно в принципе. Поиск ценностей. Берем ценности. О, деталь корабля нашел. Нехило. Так, еще понабирать что-нибудь. Так, уничтожайте корабли противника. Это все, что надо, да? Так, а у меня способность дронов вызывать вроде как. Но у меня двое уже летают. Прикольно так. 8000 хп, почти 9. Где мои противники? Я не вижу противников. Ой, какая красота. Так, я вижу красный значок, он где-то сзади, вот туда мне лететь, значит, да? Хорошо. Сейчас аккуратненько вылезу отсюда и буду уничтожать, потому что я ёбаный птеродактиль, сука, непробиваемый. Сейчас буду пукан тебе поджигать. Пуканожгущая машина. Оп, второй. На ракету, сука. Ты вообще бесполезный. А у меня нет ракет, что ли? Ой, щиты уничтожены уже. Так, давайте меня ремонтируйте. Ремонтируйте! Ёп. Ладно. Хорошо, я буду мстить. Так, нужно потиху к ним подкрадываться. Хорошо, невидимка. Опа, опа, опа. Ща потиху. Что, они медленные стали в этом бою, реально?
Раньше он, по-моему, быстрее летал. Ладно, все. В атаку, ёб. И этого добить, и этого побить, всех попинать. Понятно, щиты мне сразу вынесли, да? Мощный кораблик какой-то на меня напал. И мы победили. Круто! Я не знаю как, но... Бля, я не знаю, как это произошло, но мы победили. Это просто изи-катка, я даже не сделал ни хрена. Ну что ж, третья победа за сегодня. И, ребятки, давайте на этом заканчивать, что ли? Подписывайтесь на канал, до встречи в следующих сериях. Всем удачи, всем пока!